Несколько лет Ольга и Александр жили душа в душу. Общий ребенок пошел в первый класс. А вот до того, чтобы связать себя узами официального брака, дело все не доходило. Времени для похода в ЗАГС постоянно не хватало. В дело решили вмешаться друзья и посоветовали обратиться на портал госуслуг. Пара подала заявление и спустя несколько недель уже принимала поздравления. Благодаря госуслугам, потому что там же выставляется несколько вариантов. Тракторозаводский район, все, спасибо ему, что-то свершилось, все, и как бы было классное торжество для наших друзей, для себя и для наших друзей. Сегодня онлайн-платформа празднует свой 11-й день рождения. Национальный провайдер Ростелеком провел собственное исследование. Выяснилось, в 2020 году южноуральцы подали на 1,5 миллиона больше заявлений на оказание федеральных услуг, чем в 2019. Кроме этого, специалисты составили и рейтинг наиболее запрашиваемых сервисов. На первом месте идет запрос в ПФР, пенсионный фонд, о своих накоплениях. На втором месте идет регистрация транспортных средств. Ну а на третьем уже идет запись детей в детский сад. Не так давно на портале появилась биометрическая идентификация. Также активно развивается онлайн-голосование, которое позволит избежать лишних контактов в период пандемии.